И всем привет, ребята! С вами Максим, на канале Супер Макс Пэй. Сегодня мы будем играть в Грэнни 2. Мы будем играть на изи. Мы сбежим, кстати, сегодня на лодке сбежим, да. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы искать новые видео. Ну а мы начинаем. Итак, где мы оказались? Сейчас. День первый. Итак, о, ничего себе. Так, мы оказались в подвале, ну да. А где мы еще могли оказаться? Итак, открываем. Ну, здесь, короче, вообще ничего не поменялось, ну да. Короче, реально, мы сбежим сегодня на лодке. Так, бабку обходим. Ага, обходим. Опять мы с ней это круги наматываем. Ну да. О, подлоки. Ну да, он нам нужен, кстати. Ребята. Да, нужен. Идем быстрее, быстрее. А, быстрее. Прячемся. Фух. Надеюсь, нас здесь не заметят. Итак, так, она ушла как раз. Открываем дверку. О, шокер. Супер. Так. Бабка, не иди сюда, пожалуйста. Ну да. Так, что тут у нас? Шокер, ага. Так, я сейчас свет налажу. Ну, не налажу, это свет поярче сделаю. Итак, убиваем бабку. Бабка, отойди, пожалуйста. Ну, или отстань. Это хеликоптер Кей. Он нам не нужен. Это ключ от лодки, он нам нужен. Как раз. Хорошо, что здесь прикольно, здесь можно кидать вот так вот. Это круто все-таки. Мы уже два ключа нашли. Супер! Ё-моё, там дед реально... Ребята, там дед был. Ну, капец. Дед, иди отсюда, пожалуйста. Фуф. Всё-таки ушел. Он что, слышит звуки, что ли? Не знаю. Хоть бы тут руль был. Руль, руль, руль. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой. Здесь нету руля. Нету. Ну ладно. Дед подвал пошел. Понятно. Но если что, мы его убьем. Нет, он нас не заметил. Супер. Так, открываем ящичек. Тут ничего нету. А вот здесь есть. Мы покормим паучка. Да. О, а нет, это нам не нужно. Это для вертолетика нашего любименького. Да. Кстати, мы в следующей серии. Нет, когда будем еще раз снимать Грэнни, мы убежим уже на вертолете. Да. Не знаю, сливать ли воду. Ладно, давайте сольем. А нет, давайте мы все сделаем лучше потом. А потом уже опустим воду. Потому что мы тогда придется вниз все идти, вот. Хорошо. Так, ладно, давайте уже все сделаем. Вот так вот это открутить, покрутим воду. Ага. Хотел и вещи там это выкинуть воду. Ну, чтобы они это улетели, да. Ой, бабка. Ну ты как раз вовремя. Так, 2 минуты. Где, кстати, и слышат вазу? Да.
Ага, как ваза падает, и бабка тоже. Конечно. Ну, а дед еще слышит, как его жена умерла. Так. У деда же ключик. А, бабка прям не дала проходу мне, чтобы я покормил ее внучка. Так, кушай, кушай. А мы у нас сейф-кей есть. Ой, сейф-ключ. Сейф-кей. Ну да. Итак, бежим. Что тут у нас? О, бензик, бензик, бензик. Хорошо. У нас продвижение идет. Идет у нас продвижение. О, а тут открыта дверь. Только не говорите, что там нет. А, фу. Ой, это Кракен. Я испугался. Забыл, что Кракен тут есть. Ну да, совсем забыл. Хорошо, заливаем. Да. Наверное, зря я. Хотя бабка, наверное, еще в отключке. Открываем мостик. Так, ну ключ у нас есть. Осталась свечка, руль. И все. И все. Нам осталось только два предмета. Вроде, да. Ну, как я думаю, что да, у нас осталось два предмета. Если я, конечно, не забыл тут ничего. В смысле, а внучок? А, я же его не убивал. Ну, это понятно. Так, бабка с дедом, конечно же, уже ожили. Хорошо. Ой, дед. Ну, ладно, убьем его. Так, здесь бабка же должна быть сейчас. Да, бабка. Иди сюда. Сейчас мы тебя убьем. Да, сколько много раз мы их убили уже. Им, наверное, надоело уже. Ну да. Бросаем ключик. Ручка, она нам не нужна. Да. Открываем. Вот этот проходик. О, ломик. Может быть, там что-нибудь в ящичках будет такого. Еще наверху там много ящичков. Кусачики нам не нужны. А, на сферату, чтобы открыть. На сферату. Хорошо. Идем открывать. Этот ломик похож на гуся. Я вроде бы вам говорил такое уже. Ну да, скотч. Я все подумал, то, что мне понадобится скотч. Нет. О, свечка. Это хорошо. Нет, ну, ребята, вроде бы нам осталось только руль. И все. Как бы мы выбрались уже. Ну да. Как бы мы уже, наверное, выбрались. Ага, только вот руль где? У нас Сферату, наверное. Да, реально, ребята, наверное, на Носферату. Ага. Так. Ой, идем. Знаете, мне кажется, вот эти серии будут про Грани 2 короткие самые, практически. Не знаю, почему. Такие короткие. Хотя нет, когда мы будем на вертолете сбегать, то придется попотеть. Я думаю, попахить. Хотел сказать. Так, а где мой шокер? Шокер. О, я его потерял? В смысле? А, да, блин, я его на свирату оставил. Ё-моё. Наверху, точнее, оставил. Как? Я не понимаю, почему у меня с памятью так. Хорошо, ну... Это, конечно, штука похожа на руль, но это от двери. Так, оружие нам не нужно. Не нужно уже. Наш шокер есть. Weapon key. Ну, если здесь один предмет уже есть, то да. Здесь больше не будет предметов. Так, ну вот у Носферату стопудово должен быть руль. Да.
Ну, если нет, то может быть у кого-нибудь другого. Ребята, руль! Наконец-то уже руль у нас есть. Так я хочу убить бабку. Ой! Да, ребята, у нас опять этот выпуск очень короткий получается. Да, коротенький был выпуск. Но это реально два выпуска короткие. Хотя нет, про Roblox есть тоже короткие. Ой, ё-моё. Ой. Ребята. А бабка разве ходит? А мы точно на изи играем? Подождите. А мы точно на изи играем? У меня такое ощущение, что мы на нормале играем, ребята. Я не знаю. Ребята, а мы точно не на нормале играем? Не знаю. Нет, вроде бы, не на нормале. Ё-моё. Я думаю, я что-то ошибся тут. Дед, уходи! Что делать? Ребята! Что делать? Фух! Это что сейчас было? Не знаю. Ну, капец. Сейчас они оттуда пойдут. Вот это догонялки были сейчас. Ну, я потом посмотрю, на изи я играл или нет. Потому что если я не на изи играл, то я не буду выпускать этот ролик. Ну, ребята, если я выпустил этот ролик, то значит я на изи играл. Вот, ура! Ребята, мы сбежали. Надеюсь, на изи. Ну ладно, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы искать новые видео. И всем пока-пока! А я буду смотреть, на изи я играл или нет. Всем пока-пока!